получаем новый трактор. Трактор испытанный. Кому-то часам еще сильно не обкатан, но позже информацию дадим, как он работает. Вот, когда отработаем 1500. Головка, ранее мы покупали, была немецкая, Ашви М550, да? А сейчас у нас головка полностью отечественного производства, аналог Ашви. И мы берем ее на испытание, посмотрим, как она работает, как она себя поведет. Ну и далее будем рассказывать. Антон, представитель завода, сейчас там расскажет. Расскажи, Антон, про трактор. Ну, УС вообще изначально когда-то был зерноуборочным комбайном с прицепным бункером. Это было еще в 70-е годы. Потом мы из него сделали кормоуборочный комбайн с навесным измельчителем, то есть со съемным. И вот третью жизнь мы ему дали под мульчер. Чем он хорош для мульчирования? Это гидроход, конечно. И то, что он простой конструкции. То есть конструкция за 30 лет, конечно, уже доработали, но последние 10 лет там небольшие изменения. То есть вот он уже своего пика достиг доработок. Они его не усложняют, там минимум электроники. То есть просто датчик моточасов и кондиционер – это единственные электронные приборы там. Все остальное, датчики давления, они все мануальные. Его легко ремонтировать, вот у нас таких машин много. То есть чем вот такое большое достоинство этой машины, это легко ремонтируется. Ремонт-то пригоден, так скажем. Это доступность, в принципе. Да, двигатели EMZ, то есть запчасти не проблема, там смазов, движки похожие ставят. Здесь вот 238 БК-3, турбированный 290 лошадиных сил. У нас есть машины, мы пробовали туда ставить двигатели от зерноуборочного комбайна КЗС-1218. Там двигатель такой же, но у него 330 лошадей. И ну, по компоновке он один в один. Вот мы их ставили на наши машины уже, которые прошли там по 6 тысяч. В принципе, особой разницы нет, но, конечно, операторам приятнее работать на 330 лошадей, а не на 290. У меня такой один новый, два бэушных, и вот четвертый новый. Мы пробовали дорабатывать машину вот за 3 года нашей эксплуатации, уже пришли к тому, что надо защищать определенные узлы. Мы пробовали ее зашивать как танк, вообще полностью все зашили. Возникают проблемы с доступом к смазке, если что-то сломалось, не дай бог, сложнее все это разбирать. И в итоге мы приезжали там через 3 месяца, вся защита лежит возле вагончика, ребята ее молча снимали, да, сказали, не надо нам такого счастья. Поэтому вот это оптимальное сочетание, то есть ничего вроде лишнего не мешает доступу. Всегда ты видишь, что у тебя где-то грязь скопилась или опилки, потому что работа все-таки, не дай бог, что-то загорится. Ну, если да, где-то будут скопленные опилки, это проблема. Сзади защищаем аккумуляторы. Аккумуляторный блок находится вот за малым колесом. Была проблема по первости. Палкой цепляла блок этот, открывался, и он как бы выдвигается сюда, аккумулятор выпадал. Поэтому вот пригрузы, они как раз и вес распределяют назад, и сам блок защищают. Вот такая конструкция, в принципе, вот достаточно, чтобы защитить более-менее при движении задним ходом, когда мульчируешь. Мне часто вопросы задают по поводу трубок. Вот эти трубки, они отрываются ли трубки? Вот эти трубки, эти там спереди трубки. Не, нормально, работает. И как бы я тоже изначально думал, что будет цепляться, отрываться. Но работает. Дальше будет видно, посмотрим, как она себе. Если будут какие-то проблемы, и я думаю, что мы об этих недоработках просто обратную связь дадим предприятию, и это можно будет доработать. Конечно, те же самые немцы, ах, они занимаются 10 лет мульчированием, техникой мульчерной. Естественно, они в этом профессионалы. Понятно, что мы за 3-й год только занимаемся вот мульчером. Да, будут по-любому вопросы, какие-то недоработки, мы же все не учтешь. Но будем стараться оперативно исправлять и сразу на всех моделях. Вот, например, у нас возникла небольшая проблема. После 1200 моточасов стало ломать вот здесь толкающую рамку. Ну, мы оперативно вот уже на твоей машине, на всех следующих, быстренько усилили ее. Так проблем не было, ну вот 1200 на одной из машин. Правда, они работали на лесе очень крупном, там по 35 стволы были. Но вот рамку сломало, поэтому мы на всякий случай усилили ее на всех машинах. То есть оперативно стараемся вносить доработки. А ты говорил, у тебя еще две стоит, да? Не только две, вот, пожалуйста. А, готовые две. Больше, два УЭСа. Вот один с красной крышей, это новый стоит, ждет. Еще его не защищали. А есть два Артема, которые думают. Один в Брянске, а фрез в другом месте. Думайте недолго, а то не успеете. Фрез уже собрано 20 единиц. Вот у тебя получается это 6-я. Следующая будет 7-я. А первые ну, уже ушли. Одна у нас, которую вот изначально мы испытывали. Она работает. А ну, остальные там ребята брали тоже, занимаются мульчированием. Ну, а эти ждут своих клиентов. Завтра соберем в поле. Вот покажем. Еще завод СПБ «Стримаш».
Это, ну, как бы совместное производство с Гомсельмашем. Комбайны делаются уже 100 лет. Сам Гомсельмаш выпускает по 4500 комбайнов в год. А здесь на заводе в Брянске выпускают порядка 1500 комбайнов. Куда в они год. Уходят таким количеством? Вот так. Причем, смотри, они работают практически там месяц в году, а все остальное время стоят у покупателей. То есть во время уборки, там есть еще на юге, можно растянуть там культурами уборку на 2 месяца, но не больше. Угу. В некоторых, допустим, в Брянской области, конкретно 10 дней он убрал, поставил, и он стоит. А сколько он сезонов проходит? Да, 10 сезонов он проходит, да. Но вообще гарантия на него 2 года, на эти комбайны. А ходовая самая модель вот, BZS-1218. То есть их делается где-то 1200 в год. А остальных, вот там десяточка есть поменьше комбайн, то есть менее производительный. Он где-то порядка там 200 штук. И самый маленький восьмерочка, ну самый такой, у него и жатка поменьше. Вот у этих комбайнов жатка 7 метров. Есть 9-метровые модели, но они в основном для юга, где ровные поля. У нас в центральной полосе не ходовая модель. Ну и стоят как бы эти комбайны прилично. Вот на рынке, получается, дешевле этих комбайнов практически ничего нету. Они конкурируют с российским заводом другим, это Россельмаш, это уже известный завод. Вот, они, конечно, делают, ну, практически как Гомсельмаш, тоже по 4500 комбайнов. Вот, практически одинаковая модель, потому что они начинали развиваться в одно время, когда еще был Советский Союз, и потом вот это разделение ушло, белорусский и российский, а конструктивно тут, в принципе, ничего не изменилось. Понятно, сейчас уже ставят системы точного земледелия на комбайны, ГЛОНАСы и так далее. Но на самом деле, вот, средним фермерам, не крупным холдингам, это все не нужно. Средним фермерам нужно, чтобы комбайн отработал без простоев. Потому что уборочный сезон короткий. Если комбайн, не дай бог, встал, а чем убирать? Антон, а вот смысл, допустим, взять в аренду комбайн у кого-то, да, фермеру, или купить себе свой комбайн? Вот скольки гектаров примерно выгодно иметь собственный комбайн? Ну, обычно, если 500 гектаров вот есть под уборку, то тогда уже покупают себе. Ну и если остается время, может соседу кому-то помогут убрать. Крупные холдинги все практически перешли на аутсорсинг. Невозможно контролировать состояние мотехники. Есть компании на юге вот много, там по 100 комбайнов, которые именно занимаются услугами. То есть они приезжают, убирают и дальше движутся. Вот они с юга начинают, там пораньше сезон начинается. Потом центральная, вот Брянск, Смоленск и пошло туда дальше. Ну, это хорошие деньги, это нормальный бизнес. Плюс холдингам это выгодно. Они не считают деньги. А мелкие, средние предприниматели, они считают каждый рубль. Для них удобнее купить машину. Допустим, даже в лизинг она отобьется там, за 2-3 года. А эти комбайны можно по субсидированию покупать? Да, да, эти комбайны все попадают под Росагролизинг. Проблема в том, что когда крупные это делаются заранее, они продумывают каждый шаг. Но более, ну, средние, мелкие фермеры, у них вот надо сначала посеяться, надо найти деньги на посевную, на удобрения, на семена и так далее. Когда у них встает вопрос уборки, уже поздно. Они не успевают по документы собрать, которые требуются для Росагролизинга, для коммерческих лизингов. И для вот мелких и средних предпринимателей, фермеров, очень актуальны рассрочки. Вот у нас одно, ну, сейчас у нас тоже действуют некоторые программы, но там идет удорожание. То есть, если ты берешь в рассрочку там на, до конца уборочного сезона, то комбайн продается тебе дороже. То есть, это по факту, ну, заведомо такой кредит. Известный, да, заведомо известный кредит. Вот, но вот это более популярно, чем... Они просто не смогут собрать эти документы так быстро, чтобы начать сезон вовремя. Вот последние 3 года очень сильно поддерживало государство ферм. Прямо вот сразу на глазах было видно, как увеличился рост продаж. Субсидия от области 25%. 14-32 программа, по-моему, тоже 25%. Практически за полцены люди покупали технику. И брали, понимая, что это долго не продлится, брали с запасом. То есть вот в прошлом году сразу такой спад. То есть мы продавали по области, по Брянской, 30 машин. За год это был 18-й год, а в 19-м уже сразу 10. Это именно зерноуборочных, я имею в виду. То есть такой скачок почти в 3 раза меньше. Мы интересно, что в этом продавать. Году? В этом году мы взяли технику, ну, под выкуп, чтобы зафиксировать цены прошлого года, чтобы... Обычно всегда скачок цен на Новый год и под уборочную. Резко. Причем там вот на Новый год цена увеличилась на 1 000 000. Мы брали технику до Нового года специально, чтобы уже нашим сельхозтоваропроизводителям продавать по старым ценам, чтобы можно было... В комплекте жатка идет? Нет? Да, идет, просто здесь их нет. Мы жатки не брали под выкуп. Там цена на них... Ну, жатка стоит там порядка 800 тысяч. То есть даже если она и вырастет, то не серьезно.
а мы взяли именно молотилки. То есть он также с гидроходом, да? Да, он очень похож. Двигатель вот 330 лошадиных сил, но компоновка такая же, как на УЭСе. Тоже так же привод. Ну, здесь, понятно, монопривод на большие колеса. А задние управляемые. Маленькие колеса управляемые. Получается передний привод. По сути, да, это передний привод, но управляемые колеса задние. Здесь объем бункера 8 кубов, ну, по сути, это 8 тонн. Задки к ним идут 7-метровые. Ясно. Система какая-нибудь пожаротушения есть на нем? Не, обычно комбайны, ну, не горят в полях, потому что там все сделано так, что не будет нигде искры. Это тоже продумывалось при создании комбайнов. Тут все простенько. Но если будет кто-то вправлять по железке, то нельзя оптику. Соответственно, есть zip-ящик, который отдельно лежит. Угу. Если вот мы уже продали комбайн, мы делаем предпродажу. То есть наряжаем его, фары и так далее. Да, они дорабатывают машины, но прям вот глобально, ну, последние, наверное, 4 года ничего тут особо не менялось. То есть запчасти вот за последние 4 года подходят практически все. С запчастями все нормально, наличие? Ну, у нас вообще хорошо. Мы Брянская область, у нас же гомельский завод «Гомсельмаш». Угу. Буквально там 250 километров. Ну и Брянск, Лимаш 200 метров. То есть у нас проблем с запчастями нет. Ну и плюс еще к этому с ростовских машин, с ростельмашевских, ну много что подходит на эти комбайны. Ну и комбайнов много за последние несколько лет продано. Ну, понимаешь, там, ну, порядка там 10 тысяч. Если нужен комбайн, мы теперь знаем, куда идти. Но тут другая система. Мы не можем продавать в тех областях, где они присутствуют. Потому что очень важно быстро восстановить комбайн. Любая техника ломается. Но у нас по дилерскому договору мы обязаны восстановить технику в течение 24 часов. Мы работаем Брянск, Смоленск, Орел. А, все ясно, рядом. Дальше просто нецелесообразно. Вот по УЭСам там не так страшно. Даже если техника встала и простоит 1-2 дня, это не так критично, как комбайн, который работает 10 дней, из них 5 простоял, да? То есть какой смысл в этом комбайне? Главное быстро восстановить. Вот эта машина 12-18, она проверенная. То есть у нас вот, допустим, на гарантийном обслуживании в прошлом году было, ну, что-то порядка 100 машин, до 100, там, 98, что-то такое. То есть, ну, обычно это ничего серьезного, бывает и серьезно, я не спорю. Где-то бывает по вине эксплуатара. Бывает, ну, не смазали, начал подшипник на сухую ходить, он слышит, но ничего не делает. А зачем? Он же гарантийный. Важно, чтобы было обслуживание. Поэтому, если мы кого-то продадим в другую область, да, и не будем обслуживать, ну, допустим, нам с Брянска ехать там до Рязани, да, мы просто дольше будем ехать, чем восстанавливать. Обычно бывает, там, предохранитель перегорел, они звонят, приезжайте, у нас не работает, там, не поднимается наклонка, да. Приезжает специалист, просто предохранитель на него стреляет, все работает. То есть и такое бывает. Но если он не приедет, и что, комбайн будет стоять? Поэтому другие области продавать нельзя. Это не нужно. Спасибо. Работает гусеничная техника, колесная техника. Сейчас мы подъедем и покажем вообще, как это все выглядит. Здесь, видите, не очень ровно, ямы, мульчеру неудобно, где-то провалился. 5 лет назад я это сделал, сейчас плаваю в более таких крупных масштабах. А к осени здесь уже будут 400 гектаров плодовых культур. Сейчас мы мульчируем новым трактором, который сюда привезли на испытание. Сейчас мы его проверим, как он шинкует. Адекватно найдем решение для того, чтобы расчистить ваши сельхозземли. Лося вверх, пожалуйста.